Одна из самых вкусных, простых и ярких заготовок – греческая закуска с фасолью на зиму. Рецепт простой, без дополнительной стерилизации, поэтому много времени вы не потратите. Возьмите на заметку. Греческая закуска с фасолью отлично подойдет для разнообразия рациона и прекрасно украсит праздничный стол. Такой вариант вы можете добавлять даже в супы или рагу, получится более ароматное и сытное блюдо. Фасоль – 1,5 столовой екона, вареная. Морковь – 100 грамм. Лук – 80 грамм. Помидоры – 100 грамм. Сладкий перец – 60 грамм. Томатный сок – 1 столовый экон. Масло растительное – 2 столовые ложки. Соль – 1 чайная ложка. Сахар – 1 чайная ложка. Уксус 9% – 2 столовые ложки. Вода – 80 мл. Паприка – 1 чайная ложка. Количество порций – 4. Подготовьте все ингредиенты, овощи отварите заранее. Очистите морковь и лук, вымойте. Морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами. Помидоры вымойте и нарежьте небольшими кубиками. Перец очистите и нарежьте полосками. Выложите овощи в сковороду, добавьте масло и воду. Тушите 10 минут. Добавьте в сковороду вареную фасоль. Предварительно фасоль замочите на ночь, после отварите в течение 50 минут до готовности. Добавьте томат, соль, сахар, паприку. Тушите все вместе 60-70 минут на небольшом огне. В конце тушения добавьте 2 ложки уксуса и выключите огонь, все перемешайте. Разложите овощи по стерильным банкам, закатайте. Поставьте заготовку дном вверх, утеплите одеялом и оставьте на сутки. Спустя время перенесите в кладовку. Удачных вам заготовок!